А подскажите, что здесь вообще происходит? По нашей информации, что Следственный комитет возбудил уголовное дело и идут проверки сейчас. Да, это абсолютная правда. Следственным отделом по городу Кингисепп, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении заведующей детского сада поселка Усть-Луга Ленинградской области Никифоровой Жанны Размиковны, которая также является главой муниципального образования Услужское сельское поселение. Данное уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями». В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Кингисепп совместно с сотрудниками ФСБ были произведены обыски по месту проживания подозреваемой Никифоровой, по месту ее работы, а также в администрации муниципального образования Усть-Лужское сельское поселение. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, представляющие собой неопровержимые доказательства причастности Никифоровой к совершению указанного преступления, в том числе банковская карта фиктивно трудоустроенной ей сотрудницы, на которую производилось зачисление заработной платы на имя данной сотрудницы, и которой пользовалась Никифорова, обналичивая данные денежные средства, и которые использовала в последующем по своему усмотрению. Чтобы разрешить дверь, пытались ее вскрыть сотрудники ФСБ. ФСБ сегодня? Да. И на каком основании? Мне ничего не предоставляли, я не могу ничего ответить на этот вопрос. Смотрите, то есть, это не связано с тем, что вот с главой там проверки какие-то идут у Жанны Размиковны? Может быть, не знаю. У них свои версии, поэтому ничего не могу ответить. Я понял. А она сама проживает здесь? Она проживает здесь, да. Это они позвонили в дверь, я сказала, что у меня грудной ребенок, я только с больницы, с операции. Начали их, во-первых, много, приехали они со своими понятыми, со своими людьми. Хозяина квартиры они в квартиру не пустили. То есть, когда вышли соседи, сказали, давайте будем как понятые, тоже они запретили пройти в квартиру. То есть, я не знаю, что сегодня просто был, как это, беспредел, наверное, можно так сказать. И они это все вырезали? Они пытались, нет, я их не хотела пускать, потому что у меня маленький ребенок. Жанна Размиховна пришла и пустила их. Я этого делать не хотела, и потому что я считаю, что они привезли своих понятых, они вообще, В детском саду и обыски, да? Да, я сейчас на данный момент забирала ребенка, и там находится Следственный комитет. В самом детском саду? Да, в самом детском саду, в самом кабинете Жанны Размиковны. Что у вас тут? У нас тишина, только разгром, вот понимаете, все. А так все хорошо. Понятно. Все хорошо. Что тут? Мы провели обыск, да? Все, ничего не нашли. Ну, изъяли еще один там, на окне нашли документ, я не знаю, какой-то что-то они там изъяли. Не более того, здесь ничего такого нет. Здесь документы, вот они посмотрели, они даже не опечатали документ, что типа муниципальных документов, других документов здесь никаких нет. Ни наркотиков, никаких флешек, никаких. Ну а что, они говорят, где может быть есть что-то, никаких этих самых карточек, ничего здесь не нашли. Здесь чисто муниципальные документы. Там в сейфе тоже ничего не было, мой слово в таком виде теперь. Здесь чисто наши документы Совета депутатов. Я думаю, что, может быть, там ничего и не будет.
вдруг она вернется и будет. Мы об этом. А совет депутатов будет вообще собираться какой-то внеочередной? Совет депутатов внеочередной мы не собираемся. Я не знаю, у нас не было никаких указаний со стороны ничего. Но у нас очередной совет в пятницу, и мы его проведем. Я исполняю обязанности главы администрации третий месяц только. Я, честно говоря, не знаю по поводу детского садика, есть основания или нет. Для меня это тоже, в общем-то, неожиданность. Понятно. Я ничего не могу сказать. Понятно. Что касается здесь у нее не было как бы никаких полномочий таких, чтобы здесь можно было делать что-то. А насчет садика. Скажите, пожалуйста, вот в ходе нашей съемки люди высказывали негативное мнение о ходе проверки со стороны сотрудников. Можете как-то пояснить эту ситуацию? Ну, во-первых, это не проверка, это уже идет расследование уголовного дела возбужденного. Вот. То есть в рамках этого дела были проведены обыски. Все действия сотрудников правоохранительных органов законны и обоснованы. И произведены в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления. Никифорова отрабатывается на причастность к совершению аналогичных эпизодов своей преступной деятельности.